Сегодня у нас есть возможность увидеть кабину самолета глазами Светланы Капаниной, самого титулованного пилота в мировой спортивной авиации. Двухместный учебно-тренировочный самолет подходит для начальных тренировок пилотажу, для соревнований в классе Advanced, Intermediate. Ну, иногда, крайне редко, для Unlimited. Для Unlimited, конечно, для неограниченного класса этот самолет немножко слабоват. Это самолет моего спортсмена, поэтому он так любезно написал мою фамилию на крыле. А там дальше у него список его детей, его самого, Евгений Петрищев. Это его самолет. Здесь основная кабина, передняя инструкторская. То есть человек может летать один, тогда там привязывают, пристегивают привязные ремни, затягивают, завязывают, чтобы они не болтались, проверяют кабину, чтобы ничего там лишнего не было. И дальше основная кабина получается вторая. Если летают с инструктором, то в передний инструктор, и здесь обучаемый пилот. В каждом самолете у нас есть парашюты. При необходимости отбросить фонарь и дальше уже выпрыгнуть за борт и только потом открыть парашют. Ручка управления и педали. Ну, в совокупности в самолете, конечно, когда ты на пилотаж летаешь, то движение постоянно идет педалями, постоянно ручка. Это никогда не бывает все в покое. Все вращается, все крутится, все вертится.